Ержан, здравствуйте. Здравствуйте, дорогая Хамбат. Я хочу сказать, что мой гость сегодня Ержан Кулибаев, знаменитый скрипач, наш земляк, ныне живущий в Европе, но всегда приезжающий в Казахстан на гастроли. Добро пожаловать, Ержан, на спасибо, родину. Спасибо. И я знаю, что в одном из многочисленных интервью вы как-то сказали, уезжая, всегда можно вернуться. И это достаточно глубокие слова. Я знаю, что вы сейчас находитесь в Алматы с концертом. Вот как часто вы возвращаетесь и что для вас вообще Алматы, Казахстан? Алматы для меня это мой дом. Я, конечно, я родился в Жезказгане, но я мало помню этот город. Угу. Потому что с 4 лет я уже жил здесь. И это мой родной город, я очень люблю его. Сейчас, конечно, он очень изменился, это немножко грустно, но все равно остались места, которые все равно мне, они как бы очень мало изменились. Несмотря знакомы, на... да, вы да. их узнаете. Да. А когда вы были последний раз здесь? Я был в феврале 2018 года, я играл в филармонии концерт Глазунова. Угу. Вообще известно, что вы начинали свою учебу в республиканской специальной музыкальной школе имени Кляш-Быситовой. Насколько мне известно, вашим учителем была профессор Нина Патрушева. Вообще-то она воспитала достаточно много знаменитых музыкантов. Это Айман Мусахаджаева, Гахар Завекова, Марат Бисингалиев. Вот вы, наша звезда тоже. Как получилось так, что вы в достаточно юном возрасте, уже не окончив Быситовскую школу, в общем-то, переехали в Москву? Знаете, как раз тогда свершился переезд столицы, и как-то очень многие мои одноклассники, многие педагоги уехали в Астану. И тогда, конечно, встал вопрос тоже, что нужно как-то двигаться дальше. Это... 12 лет у вас уже были такие мысли. Да, это очень странно, не могу это объяснить. Но и мы решили, что мы всей семьей решили, что нужно не останавливаться на Астане, а сразу идти куда-то дальше. Куда-то гораздо дальше. И решили поехать в Москву, продолжить учиться в легендарной школе, Центральная музыкальная школа при Московской консерватории. Это колыбель, которая обеспечивает Московскую консерваторию талантами, когда они уже приходят практически готовыми артистами и уже в консерватории шлифуют свое мастерство. Как приняла вас Москва? Как принял ваш класс этот? Да? Как педагоги на вас смотрели? Достаточно высокий ли был уровень? Опять же говоря про Нину Патрушеву, да? Когда они поняли, что этот ученик из Казахстана, и на него стоит обратить внимание. Я специально прошел подготовку по теоретическим предметам, таким как музыкальная теория. Помню, мне нужно было написать диктант на вступительных экзаменах. И я все лето тренировался, это достаточно сложно, потому что в Москве очень высокий уровень требования именно к теоретическим музыкальным дисциплинам. В отношении скрипки было легче, так как педагог был уже заинтересован в том, чтобы взять меня в свой класс. Поэтому я прошел у него прослушивание, он сказал, что хочет взять меня в свой класс, но нужно подготовиться по теоретическим дисциплинам. Я все лето посвятил этому и сдал успешные экзамены. Как здорово! Вот затем была ведь высшая школа музыки в Мадриде, магистратура в Новосибирске. Вы любите учиться, вот, совершенствоваться, развиваться? Или это вам приходится делать? Вы вынуждены этим заниматься? Я вообще с большим удовольствием учусь. Я очень любопытный человек. Например, сейчас я делаю обработки. Я сейчас хотел бы научиться дирижировать и... Не потому, что мне скучно играть на скрипке, нет, просто мне нравится учиться чему-то новому, это развивает. Я люблю учить языки, я весь прошлый год учил французский язык, и на своем курсе, в конце концов, стал лучшим студентом. Здорово, я поздравляю вас. Да, но я не могу сказать, что я сейчас говорю, но я знаю какой-то базовый уровень, очень-очень-очень такой примитивный. Мне кажется, вы скромничаете. Вы обладатель множества первых премий международных конкурсов, одно перечисление которых заняло бы столько времени. Вот есть конкурс, на котором вы еще не выступали? Где бы вы хотели еще показать свое мастерство? Я больше не хочу выступать на конкурсах. Я просто принял участие в стольких конкурсах, что мне уже достаточно. И тем более есть конкурсный возраст, он, по-моему, до 30 лет, после которого уже как-то неудобно участвовать в таких юношеских мероприятиях. Я завоевал достаточно много наград, и мне этого хватает. Ержан, а вот вы почему участвовали в этих конкурсах? Вы все время хотели показать себя этому миру, доказать, что вы лучший из лучших, да? Вот с какой целью?
Конечно, есть две цели, на самом деле. Первую, которую вы уже озвучили, это показать себя, заявить о себе. А вторая – это очень хорошая тренировка. Mm. То есть такой спортивный тренажер, который закаляет артиста, приучает к дисциплине, повышает выносливость. Ну, а даже? Да. Прям действительно как в спорте. Но я знаю, что вы получали почетный диплом из рук королевы Испании Софии как лучший студент своей кафедры. Вот как это происходило? Это было 3 раза, потому что на протяжении всего года оцениваются результаты, достижения ученика. И в конце года комиссия из всех профессоров этой школы выносит свой вердикт, кто был лучшим. И 3 раза мне выпадала такая честь получать диплом из рук королевы Софии. Один раз это был как студент Захара Брона, нет, 2 раза, вернее, и 1 раз как интегрант камерной группы. Mm-hmm. Да, это был фортепианный квартет, мы играли, да. И, в общем, я рад, что это было не только как скрипач, но еще и как камерный музыкант. Да, да. А это такая сложившаяся годами традиция, что королева приезжает, сама вручает? Да, ну, конечно, королева не приезжает, мы все приезжаем mm-hmm. в ее королевский mm-hmm. дворец. И более того, получивший вот этот диплом, он автоматически получает и приглашение учиться на следующий год, и полную mm-hmm. стипендию. Так что это очень важно, поэтому нужен yeah. есть стимул учиться хорошо. Мне говорили, что именно скрипачом вы стали в воле случая. Это так или нет? То есть это две сестры правда. Пианистки, и им не хватало скрипача в их группу. Да, как это было? Это правда, да. Две сестры уже обучались в байситовской школе на фортепиано. И когда настал мой черед прийти туда, сказали, что у вас в семье уже 2 пианиста. Угу. Этого более чем достаточно. И, ну, и для соседей, да, слушать это, да. И попробуйте скрипку для разнообразия. Для соседей, чтобы было да. еще радости. Да. Попробуйте скрипку. А вы хотели бы играть на пианино? Знаете, как мне было 6 лет, я ничего не хотел. Мне было абсолютно все равно. Вас никто не спрашивал. Хорошо. Тем не менее, эти занятия начались достаточно успешно. Вот первый свой урок, вы помните, с чего все начиналось? И как потом пришло к вам понимание, что это уже ваша жизнь? Да, я помню, это был пасмурный день, было холодно, был такой дождь, очень неприятно. Я пришел в басситовскую школу за своей первой скрипкой. Мне показали вот этот вот непонятный деревянный инструмент, от которого пахло вот этим лаком, деревом. Ну, заводская скрипка маленькая, очень маленькая. И, ну, вот так и началось все. И до сих пор продолжается. Да. Как-то в одном из своих интервью на вопрос, не хотите ли вы вернуться на родину и работать, к примеру, в театре Астана-Опера, вы сказали, что планета у нас одна, и я на ней живу, никуда не уезжал. Вот вы глобалист по натуре? Ну, я думаю, что да, потому что я всегда думаю, завидую перелетным птицам. Mm-hmm. Для них не существует границ, для них... Им не нужны визы, им не нужны паспорта. И, понимаете, они не знают, что такое другая страна. Mm-hmm. Это их мир, они, их дом. Они и в Африке зимуют, да. летуют. Да. Да. И, понимаете, я бы хотел точно так же жить. Mm-hmm. Ну, в продолжение темы глобализации вообще хотелось бы услышать ваше мнение о проблеме загрязнения, о проблеме экологии, потому что сейчас это волнует всех. Вы как к этому относитесь? Вас это волнует? Это очень сильно меня волнует. У меня есть очень много друзей, которые принципиально не покупают продукты в супермаркетах, которые упакованы в пластик. Mm-hmm. И они действительно очень серьезно к этому относятся. И это очень правильно, я считаю. Производители, когда они заметят, что продукты, которые упакованы в пластик, не приносят выручки, они перейдут на экологически безвредную упаковку, да, из биоразлагающегося mm-hmm. материала. Ну, я призываю всех поддержать это и тоже присмотреться. Если возможно, если это удобно вам, покупать продукцию, упакованную в биоразлагающуюся упаковку. Mm-hmm. Это, конечно, это... Потому что когда видишь вот эти передачи, видео, когда черепаха с каким-то в носу, да, застрявшим куском пластика, ну, это же ужасно, да? Или вот это пятно мусора, которое уже размером с какой-то континент mm-hmm. в Тихом океане. Это очень печально, и, конечно, это наша ответственность. Пластик, он не разлагается очень-очень много лет. Конечно, упаковка из картона, она за неделю она превратится опять в дерево, да? Да.
А пластик, он, к сожалению, он, это неестественно для нашей планеты. Ну, это вопрос нашей ответственности, да, перед будущими поколениями. На концерте в Аргентине вы сыграли свою собственную обработку музыкального произведения Астора Пьяццолла, и был невероятный успех. Вот вы сейчас в начале разговора уже немножко упомянули о том, что вам интересно учиться, вам интересно познавать новое. А как часто вообще музыканты прибегают к таким приемам, что они начинают делать что-то новое, скажем, в какой-то обработке новой уже известных авторов? Насколько это принимается публикой? Знаете, мои аргентинские друзья, музыканты, они просят меня этим заниматься. Дело в том, что я помню на своих первых гастролях в 2013 году очень как-то робко сделал попытку сделать первую обработку и очень волновался. Помню, сыграл ее одному известному скрипачу. Он сказал, что это гениально, продолжай в этом же духе. Mm. И когда я сыграл ее в городе Мар-дель-Плата, это родной город Пьяццоллы, когда вот встали и начали аплодировать, я понял, что надо это делать гораздо больше. И с тех пор я очень много делаю обработок Астора Пьяццоллы, и им продолжает нравиться. Они меня заказывают. Например, я издал в Японии свою обработку либертанго для 4 скрипок. Ее постоянно у меня покупают. Мне все время пишут со всех уголков планеты и просят вот эту обработку. И она уже издана, ее сейчас покупают везде. Сейчас вы живете в Мадриде. Вообще в Испании сегодня неспокойно. И, в общем-то, мир всегда был нестабильным. Вот как вы думаете, как музыкант уже планетарного масштаба, чего не хватает сейчас людям вот в мире? Чему они должны научиться друг у друга для того, чтобы, ну, все-таки каким-то образом быть ответственным, опять же, перед будущим поколением, не разрушать, а больше созидать? Стереотипы. Я думаю, что это главный враг сегодняшнего человечества во всем. Стереотипы во всем, что касается, вот, опять-таки, государств, границ, разницы в национальности, разницы в поле, да? Отношения женщин и мужчин, равенство прав. Равенство зарплат, уважение. Это все из-за стереотипов. Да? И в разных странах они немножко разнятся, но в принципе они одинаковы. Если нам удастся преодолеть это все, тогда мы сможем построить общество, которое будет гармонично развиваться, не оглядываясь на какие-то старые пережитки. Да? Думаю, что в этом проблема. То есть вот это понимание того, что все может меняться, а нет вот какой-то догмы, вот так должно быть всегда, вот это вот людей и подталкивает к каким-то не очень приятным, скажем, шагам, да, к агрессивным шагам. Можно ли сказать, что вы человек, для которого вот само мирное состояние, да, благополучное состояние, ну, оно очень важно, оно фактически стоит на первом месте для того, чтобы спокойно творить и приносить вот эту вот радость, ну, от той же музыки, да, поскольку вы все-таки этим профессионально занимаетесь. Конечно, да, гармония внутри каждого, она очень важна, ее нужно над этим работать. Конечно, это зависит не только от самого человека, это, конечно, и та обстановка, в которой он находится, да, его экономическое положение, да, его вот эта вот стабильность, уверенность в сегодня, в завтра, она способствует тому, что человек может чуть-чуть расслабиться и подумать о творчестве, да, и у него рождаются какие-то идеи. С кем из современных музыкантов вот такого мирового масштаба, мировых звезд, вам посчастливилось встречаться, а может быть, вы дружите? А знаете, сейчас мир настолько большой, что сказать, что кто-то является звездой, а кто-то нет, это очень трудно. Угу. Есть очень много музыкантов, которые знаменитые, да, но их не знают во всех странах, но при этом это не значит, что они плохие. Угу. Но, конечно, наверное, Валерия Гергиева можно назвать таким человеком, который знает абсолютно везде. Да, да? Вот да, с ним да. Я играл. Помню, театр Астана-Опера поехал на гастроли, и меня пригласили в качестве солиста. Я играл концерт Сибелиуса в Мариинском театре, и Валерий Гергиев аккомпанировал. Ну, то есть он дирижировал, да, аккомпанемент. Ну, это, конечно, потрясающий опыт сотрудничества с действительно мировой звездой. Я до сих пор не могу забыть. Я очень волновался, и в то же время я был очень вдохновлен. Я представляю. Это было очень здорово. Вам действительно именно посчастливилось, наверное, да, вот встречаться с такими людьми. Тем не менее, есть ли какие-то еще увлечения, какие-то интересы в этой жизни, ну, помимо музыки? Знаете, с развитием интернета, это, конечно, замечательная вещь. Очень много есть обучающих видео,
на абсолютно различную тематику, будь то кулинария или астрофизика. И мне очень интересно, опять-таки, я любопытно все это слушать, смотреть. Я так много всего узнаю. И, конечно, я люблю готовить. Я, да, я научился очень многим испанским рецептам. Этим летом я был первый раз в Чили. Угу. Замечательная страна, которая очень похожа на Казахстан. Вообще, и Аргентина очень похожа на Казахстан. Удивительно. Я должен заметить. Да, я сам удивился. Потому что аргентинцы едят мясо больше, чем казахи. Вот это да? Да. Угу. Они едят мясо, и, понимаете, сама весь менталитет очень похож. Да? Чили и Аргентина похожи тем, что есть вот эта горная гряда Анды, она пересекает весь континент. И все города, которые находятся рядом с вот этой горной грядой, по обе стороны, да, хребта, они очень похожи на Алматы. Тем, что есть там арыки. Есть вверх-вниз, да, и вот эти деревья, и вот улица, и гора на горизонте, да, это очень напоминает мне всегда Алматы. Удивительно. Ержан, вот скажите, пожалуйста, чего бы вы в своей жизни не сделали бы никогда? Ну, наверное, не стал бы есть суши вилкой. Да, здорово, здорово. Действительно, это, наверное, очень сложно, хотя можно, если постараться. Ну, а так, если серьезно, вот что, в принципе, претит вашему внутреннему состоянию? Ой, сложный вопрос, сложный. Да? Я, в общем, стараюсь никогда не раздражаться, но я думаю, что нужно относиться к людям так же, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. Думаю, что вот это вот очень важно. Что хотелось бы в этой жизни еще сделать? Вы только начинаете свой большой жизненный путь. Вот что такого интересного еще бы сделать, помимо того, что, естественно, вы уже известны всему миру как талантливый музыкант? А, конечно, Казахстану необходим фестиваль. Организовать фестиваль, который имел бы мировое имя, да, в классической музыке. Нужен оркестр с мировым именем, такой как Берлинский филармонический оркестр. Берлин филармоника. Нам нужен бренд в классической музыке. Пока у нас такого нет, да? Единственное, что приближается к этому, это Астана опера. Но не нужно, чтобы это было только один. Нужно много. Чем больше, тем лучше. И нужно действительно над этим работать. И, конечно, нужно суметь сохранить вот этот подарок, который нам достался от Советского Союза. Это вообще музыкальная школа. Да. Это большой подарок. Есть очень много стран, где этого просто нет. Где нет педагогов, которые могут научить действительно играть на скрипке. У нас это есть пока. Но это очень хрупко. Это очень легко потерять. Да? Достаточно буквально двум педагогам переехать куда-то, и у нас уже не будет этой школы. Она будет где-то, но не у нас. Поэтому нужно создавать все условия музыкантам, артистам. Нужно, чтобы была очень высокая зарплата, чтобы они себя чувствовали достойно, чтобы им работалось с удовольствием. Тогда вы считаете, у нас есть такой пул музыкантов, конечно, которые нас, могли у нас все есть. У нас на самом деле, если вы сравните Казахстан со многими даже европейскими странами, у нас есть музыкальная школа. Это огромная роскошь, которую надо ценить. Возможно, мы не осознаем это, мы думаем, ну вот музыкальная школа для детей, да, ну, специализированная школа. Во многих странах этого нет. Студенты, они вынуждены учиться в музыкальной школе и ходить в обычный университет. У нас в консерваториях есть возможность учиться в одном заведении и получать полноценное образование, да, не совмещая. Это роскошь, которой нет во многих странах. Да? Это, конечно, помогает воспитывать профессиональных музыкантов. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, знание родного языка – это необходимость? Конечно, конечно. Это гордость, знаете, это чувство собственного достоинства. Это очень важно. Я, кстати, очень прилагаю большие усилия к тому, чтобы овладеть казахским языком. Я знаю очень много слов. Я, да, я пока стесняюсь говорить, потому что у меня очень мало практики. Поэтому я иногда застреваю, вспоминаю эти слова. То есть мне нужно, конечно, больше уроков, больше, да, но я очень стараюсь. Но это нелегко. Вот на страничке в соцсетях, насколько мне известно, вы выкладываете исключительно фото со скрипкой. Ну, с концертов. Про личную жизнь ничего нет. Это вот такой жизненный принцип, или вы не готовы просто об этом говорить? Ну, не соглашусь. Есть фото и без скрипки. Да? Есть фото природы. Слушай, я увлекаюсь фотографией, у меня есть такая большая профессиональная камера. Я сейчас, правда, мне уже лень, потому что она тяжелая. Да, но, в общем, стараюсь фотографировать, выкладываю. По поводу личной жизни, мне кажется, очень важно, когда
твоя профессия связана с такой вот, ну, быть скрипачом, концертирующим, да, это достаточно публичная профессия, mm-hmm. все-таки должен быть какое-то убежище, какой-то уголок, который только для тебя, да, okay. Я очень стараюсь как-то беречь это, как-то не афишировать. Спасибо вам большое, Ержан. Я просто хочу напомнить телезрителям, что это был известный скрипач, казахстанец, живущий в Испании, обладатель десятков премий международных конкурсов, профессор. Его концерты проходят в таких престижных концертных залах, как Карнеги-холл в Нью-Йорке, концертный зал Мариинского театра в Санкт-Петербурге, в Париже, Лондоне, Буэнос-Айресе и так далее, и так далее. Ержан Кулибаев. Я благодарю вас за эту встречу и, конечно, хочу, чтобы не только телезрители нашего канала, но и все казахстанцы услышали от вас слова пожелания. Дорогая Хамбат, спасибо большое за приглашение. Очень приятно было с вами здесь находиться. Хочу пожелать всем казахстанцам здоровья, счастья, любви, творческих вдохновений и, конечно, приятного настроения. Спасибо вам большое. Спасибо. Ильша.